Игумен Дамаскин в книге «Мученики и исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 20-го столетия» рассказывает нам о мученице Анне Петровне Лыкошиной. Она родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге. Вышла замуж, ее муж был братом министра внутренних дел. Анна Петровна была глубоко верующим человеком и постоянной прихожанкой храма преподобного Сергия Радонежского на Сергиевской улице в Санкт-Петербурге. После революции и введения закона об отделении церкви от государства власти потребовали от приходов создания приходских советов из мирян, которые должны были взять на себя ответственность за сохранность национализированного церковного имущества. Один из священников Сергиевского храма уговорил Анну Петровну, чтобы она, как постоянная прихожанка, вошла в состав приходского совета. По состоянию здоровья она не смогла активно участвовать в его работе. Но, несмотря на это, власти в феврале 1924 года арестовали ее вместе с другими членами приходского совета и священниками Сергиевской церкви. На допросах она не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. 26 сентября 1924 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило Анну Петровну к 2 годам заключения в Соловецкий концлагерь. И в октябре того же года она была отправлена на Соловецкий остров. Условия заключения, в которых она оказалась, были настолько суровы, что она не дожила до окончания срока и скончалась на Соловках 11 октября 1925 года. Святая мученица Анна, моли Бога о нас.